Бросок кобры. Вы играете за боевого котенка на турнире. Правила очень простые. В центр выкладываются царап-камни. Затем один из игроков кидает пару кубиков. Потом нужно быстро схватить царап-камень, на котором изображены два символа, выпавшие на кубиках. Кто быстрее схватил нужный камень, тот забирает его себе. Необходимо собрать 6 таких, чтобы победить в турнире. Будьте бдительны. Выигранные камни все еще находятся в игре и могут быть украдены любым из игроков. Бросок кобры. Овладевайте техникой великого мастера Мяу и докажите свое превосходство.